Здравствуйте, мои дорогие девочки! Здравствуйте, подписчики моего канала. Сегодня я вам хочу показать свою походную косметичку. Почему походную? Потому что э, мы до сих пор делаем ремонт в квартире, и у меня вся моя косметика находится в коробках, а тут я живу у мамы, поэтому у меня все по походному, по-быстренькому. Что я буду использовать в мае месяце? Будет у меня вот такая мицеллярная пенка для умывания, очищающая пенка муз для умывания. Покупала в фикс прайсе. Я сейчас сижу на бюджете, поэтому особо ничего я не покупаю. Стараюсь доиспользовать то, что у меня было, вон как раз уже и муся тут проснулась, <с> помощница моя. Поэтому, девочки, вот такую пенку я буду использовать в мае месяце. Она мне нравится. Она очень мягкая, деликатная, все деликатно очищает. Поэтому я ей очень-очень довольна. Покупаю уже не первый раз, поэтому мне она очень нравится. Также, также девочки буду использовать, что для глаз у меня будет вот такой у меня гель ролик это для области вокруг глаз покупала я на алиэкспресс еще в то время жалею что не купила два потому что девочки как для возрастной кожи он я у меня как бы кожа возрастная тоже есть небольшие морщинки биоаква мне он очень нравится действительно утром хорошо снимает отечность припухлость хорошо увлажняет и действительно очень достойный крем по своей ценовой политике он вообще там стоил сущие копейки, сейчас не знаю. Поэтому для глаз мне очень-очень нравится этот крем. Дневной крем, девочки, я вам уже не раз показывала, буду хвалить. Я уже заказала второй такой крем на Озоне. Это идет... Это, по-моему, индийский дневной крем, очень хороший крем для моей жирной комбинированной возрастной кожи. Мне он очень понравился, и поэтому я его заказала уже второй раз. А если я заказываю крем второй раз, то это мне это говорит о том, что он очень-очень достойный. Поэтому, девочки, вот этот крем. Он шикарный. Также ночной крем, да, использую. И вот хочу уже второй раз заказать: это у нас идет корейский с коллагеном крем. От Нав мне он тоже, девочки, очень-очень понравился. Вы знаете, когда его наносишь, ваша кожа на глазах преображается, она становится такая гладкой, напитанной. Я даже не знаю, вот действительно ты превращаешься буквально в младенца. Очень хороший, достойный крем. Присмотритесь, девочки, возрастные кому 45-50+, очень хороший, шикарный крем. Хочу еще раз сделать повторную покупку этого крема так и что у меня будет более такого серьезного ухода это конечно вот такие ампулы которые я тоже покупала с алиэкспресс уже две ампулы я использовала поэтому буду заканчивать остальные ампулы так и еще так как у меня вот этот крем уже заканчивается я возьму вот такой крем от фитокосметики у себя нашла это идет лифтинг крем для лица с бриллиантовой с бриллиантом и пудры какой-то или что. В общем, короче, эффект натуральной пластики. Ну, это, конечно, громко сказано. Я просто его возьму, потому что у меня он был, лежал в моих запасах, поэтому я хочу вот этот взять крем. Девочки очень хорошо о нем отзывались. Ну, вот хочу попробовать в качестве ночного ухода. Так, девочки, мицеллярная водичка у меня пойдет от Невея, вот такая, тоже уже половина баночки использовала, поэтому она у меня пойдет на май месяц. Ну, для лица, в общем-то, все, что я буду использовать для волос. Взяла в фикс прайсе, то есть, вернее, муж мне купил в фикс прайсе, попросила, съездил. Я говорю, возьми что-то такое более-менее нормально. Но он посчитал, что целебные травы, шампунь против выпадения волос, это более-менее нормально. Ну что, купил, купил, буду использовать. Репейник. Поэтому... Мужчины, наверное, знают виднее, что более нормально, поэтому взяла, взял вот такой шампунь. Дальше, девочки, я буду использовать. У меня есть вот такой облепиховый бальзам для волос. Но я его уже не первый раз использую. Он очень шикарный, очень классный, поэтому много о нем говорить не буду. Все, кто пробовал, ой, мусенька, отойди, моя хорошая, все знают, что он очень-очень достойный конечно же, у меня пойдет вот такая маска. Уже покупаю не первый раз. Это Глискур. Маска для длинных и окрашенных волос хорошая маска. С чем я буду, девочки, умыться? Пальмалив мой любимый пальмолив. Тоже покупал он мне в фикс прайсе. Очень хороший, бюджетный. Тут написано, что это новинка, витамин Е и зеленый чай. Тоже у меня будет как в качестве гели для души. И будут у меня кремики для рук и для ног. Тоже это все муж покупал. Вот такой крем для ног. Я его уже не первый раз беру. Поэтому для походного варианта он очень, ну, как бы нормальный для меня. И вот такой крем для рук. Тоже для походного варианта очень хороший крем. Быстро впитывается, хорошо увлажняет ручки. Ну, в общем, что еще? Питает, хорошо увлажняет по бюджетной цене очень достойный. И остались у меня вот такие две маски. Маска – это белорусская маска, паста, пилинг для лица, зеленый чай и кактус. Тоже уже вторая покупка. Уже как бы я вам о нем говорила, мне он очень-очень нравится. Хорошо очищает кожу лица, делает ее гладкой. И молодой. И вот такая масочка. Это у меня новинка. Я уже использовала два раза. Маска для лица с фруктовыми кислотами. Омоложение нон-стоп. Тоже, девочки, очень классная маска от белита, присмотритесь. Тоже действительно для возрастной кожи шикарный вариант. Я ее использовала раза-два, и после этого лицо прям действительно преображается. Такое становится сияющее, свежее. Она мне даже кажется, что подтягивает кожу лица. Очень хорошая вот такая маска. Я еще покупала ее в Белгороде. Здесь я ее пока не видела. И для тела, девочки, у меня пойдет, конечно же, вот такой фитнес от... Всем известный баттер, эффект, ну в общем, я просто буду увлажнять эту кожу после своих спортивных тренировок. Это будет как увлажняющий эффект для моей кожи, конечно, ничего он там не будет убирать. Вы все прекрасно знаете, что кроме спорта, кроме правильного питания нам ничего не поможет. Поэтому это будет в качестве увлажняющего, увлажняющего компонента для моей кожи для моего тела. Ну, вон уже там Муси понравился, по-моему, мой дневной крем. Да, Мусик? Ты моя помощница. Вот, видите, как она все внимательно смотрит, проверяет, конечно, все баночки. Она сейчас все обнюхает, скажет, что нравится, что не нравится. Вот, спасибо вам большое за внимание, кто до конца посмотрел мое видео. Желаю вам прекрасных, добрых, праздничных выходных.